Страшно? Страшно? Конечно, страшно. Не дергай меня за рукава. Ну, давай, давай, ладно. Да, букакаша, букакаша, такая букакаша. Молодец, молодец, букасечка. Букасечка, девочка моя такая хорошая. Молодец. Красотка. Ой, какая ты красотка. Какая ты умница, да? Все, набегалась? Ай, да. 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 Ну, иди, неудобно мне там тебя чесать. Бу, иди сюда. Иди ближе. Ближе иди, а то ты там падаешь куда-то. Ну ладно, давай здесь. Все. Все. В комбез. Ай, вылезай. Молодец. 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 Все, гладимся. Гладимся, конечно. Конечно, ты одинокая, ты сирота. Я знаю, что ты сирота. Все тебя обижают, никто тебя, сироту, не любит. Угу. Ну, да, сейчас похватаем меня за пальцы. Давай взлохматим букашу. Давай букашу взлохматим. Будет букаша лохматая, страшная такая, гоблин-гоблин будет, да? Да? Покажи лицо. Ух, какая ты! Ух, какая ты букаша стала! Красавица! Ну, просто красавица! Да, совсем взрослая девушка. Ну, пожаловаться на свою жизнь – это обязательно. Я пересматривал видео буквально на днях. И был поражен, насколько букаша изменилась за последние буквально 3 месяца. Там, в конце весны она еще была такая девочка-девочка, а сейчас уже настоящая игруночка. Вот совсем настоящая. Ну, собственно, и Эля изменилась. Все быстро растут, быстро меняются. Здорово. Скоро будем. Что мы меня грызем? Что? Эля, у меня ничего во рту нету, поверь. Хорошего, по крайней мере, ничего. Можешь не напрягаться. Бу, бу, ну ты молодец у меня. Ну ты у меня красавица, да? Вот так вот. Вот такие бесконечные игры. Но на самом деле играми это назвать довольно сложно, потому что уже все накормлены. Почему все так спокойно играют? Все уже поели давно, чуть-чуть отдохнули и сейчас такие вот расслабленные в игрищах. Ну, приятно. С утра уже как следует поработали. Я вот думаю, что надо будет сделать такой роличек с нескольких камер по работе, как все это происходит, потому что сейчас это весьма забавно. Я сам, в общем-то, смеюсь над тем, как идет кормежка вот вместе с этой стаей, потому что с утра они облепляют меня просто со всех сторон. И вот таким образом происходит кормление животных. Внутри стаи как-то так очень, очень забавно, очень интересно. И я думаю, что вам это будет любопытно. Я все думаю, как бы мне с оператором это решить, чтобы кто-то ходил и снимал, но на самом деле так придумал несколько точек, где можно поставить там 3 камеры одновременно и пытаться снять вот с разных сторон. Единственная, конечно, и главная проблема — это то, что они все очень любят камеры.
и всегда камерами пытаются управлять, поэтому я не знаю, как удастся это. Букаша, не грызи, пожалуйста, мне футболку. Бу! Бу! Бу-бу! Давай, 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 не грызи ничего. Не может, не может. Вот, ну, очень хочется, мы понимаем, что нельзя, мы понимаем, что этого делать не нужно, она там шов отгрызает. Букаша, Букаша, ты хорошая моя девочка, ты моя красавица, ты лучше всех, да. Я знаю, ты лучше всех, давай поговорим. Бу, Абу, Букаша, Букаша, расскажи нам что-нибудь. Букаша, Букаша, расскажи, как день прошел. Расскажи, 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 как прошел у тебя день. Нет, грызть не надо. Просто расскажи. Она очень хорошо разговаривает, особенно когда она делает что-то, что делать нельзя. И я ей говорю, что Букаша, не смей. Она очень долго, очень внятно мне объясняет, почему она это делает, и что это сделать обязательно нужно, это необходимо, и ничего страшного в этом нету. Это вот, это такой, ну, не пищи, не пищи, у тебя, ой, ой, ой. Мои уши, мои барабанные перепонки, там Мася уже порядки наводит. Тут все наводят порядки, все живут какой-то вот своей жизнью. Да? Да, родная? Не знаю, резкость попадет так или не попадет. Вот так, наверное, попадет. Все живут какой-то своей жизнью, кто-то чем-то занят. Мася тут такой самый главный, самый важный, самый спокойный. Ох, и язык у тебя. Все, спать уже хочется. Поела, можно и поспать. Да? Вторая половина дня, она всегда уже такая спокойная, без суматохи. Все уже... Нет. Букакаша! Букакаша! Очки! Бу! Все уже неторопливо двигаются, и, в общем-то, никакой суеты нету. Ну, кроме того, что так вот, вот потянуть мне, задумчиво потянуть мне за очки. Да? Бу! Ручки шаловливые свои убрала? Убрала ручки шаловливые, отпусти! Вот так. Вот. И вот это вот все время. Представляете, насколько интересно существовать. О, сильный дождь. Похоже, даже чуть ли не град. Уж очень звенит по крышам. Вот. Вот такие вот сегодня истории про обезьянок. Про мерзких, злобных обезьянок, которые кричат: «Не трогай меня, не трогай! Я не хочу, чтобы ты меня трогал!» Да? Девочка ты моя, самая натуральная, принцессочка. Да, да, да. Но всегда говорю, потому что, ну, ролик же не должен быть только ми-ми-ми. Да, как все здорово и как замечательно. Всегда говорю, что обезьяны существа сложные. Обезьяны существа сложные не только в содержании, им нужно и хорошее кормление, и ультрафиолет, и очень хорошие витамины, и, в общем-то, и тепло. То есть условия должны быть соблюдены обязательно. Но обезьяны еще и сложны своими характерами. И глядя на то, что показываю я, не думайте, что, взяв где-то обезьянку, купив игруночку или саймири, сейчас кто-то на меня тоже упадет, вы получите вот точно таких же животных. Милых, замечательных. Нет, во-первых, я все-таки показываю вам в основном ми-ми-ми. На самом деле, кроме ми-ми-ми, тут очень много и работы, и огорчений бывает. Это первое. А второе, все-таки я представляю, как с ними обращаться, как их воспитывать, как ими управлять так, чтобы все было хорошо, чтобы ни им это не было в тягость и в неудовольствие, ни мне. Поэтому, прежде чем завести такую вот милую обезьяночку, во-первых,
убедитесь, что у вас есть опыт для содержания каких-то более сложных животных, нежели хомячки. С чего-то надо начинать, не надо сразу там с обезьяночек. Вот. Во-вторых, просто подумайте, а сумеете ли вы сделать все правильно, чтобы не причинить вреда себе и животному. Сначала давайте мы будем думать о себе. Не нужно говорить, что животные лучше людей и сначала все для животных. Нет. Все-таки давайте мы подумаем сначала о безопасности человека. Потому что, получив некоторых животных, вы подвергаете себя опасности. Даже с вот такими вот маленькими, забавными, смешными, интересными, веселыми, позитивными. Так вот, то, что вы видите в интернете, на 99% это больше рекламные трюки. Это те мими-ми, которые мы снимаем. Владельцы ручных обезьян, я имею в виду. И не снимаем зачастую проблемы, огорчения, опасности, риски возможные и прочее, и прочее. Вот. Так что, как обычно, нотацию прочитал, сказал, не заводите обезьянок, они такие милые, они такие чудесные, ни в коем случае не заводите обезьянок, да, Букасичка? Да, Букасичка, вот ты исключение, и Элечка у меня исключение, ну, конечно, ну что, кому хвосты отрывать? Все, Эля, попрощайся со всеми. Скажи всем «до свидания». Букаша, ты там меня приобняла так. Еле тебя. Ну все, все в обнимку. Тихий час. Тихий час у нас. А у нас был сегодня тихий час. Все, друзья, я думаю, что нам нужно прощаться. А то я ж могу очень долго так сидеть. Болтать же не работать, а у меня еще работает целая туча. Да. Вот так. Красавцы. Эля. Ая. Пардоньте.